Шпунтик Видео представляет видеообзор фильм видеообзор мобильного телефона Sony Ericsson K320i. Некогда я уже писал о нем обзор текстовый и назвал этот телефон пролетарским. Sony Ericsson K320i — пролетарский телефон. Почему он пролетарский? Потому что это был бюджетник, но очень мощный. Эту модель я купил в 2008 или 2007 или 2006 году за гонорар. Следующей моей мобилкой был Sony Ericsson K800 Кибершот, но это не Кибершот. Камера тут весьма посредственная. Вот мы видим VGA камера, то есть разрешение 640 на 480. Справа мы видим такую кнопочку, она вызывает к жизни закладки. В Ericsson была такая штука, как закладки, вернее ссылки, вот видите, ссылки. С другой стороны мы видим выделенную клавишу камеры. Хотя камера снимает хреново, но для нее есть выделенная клавиша. Сверху на торце инфракрасный порт. Также мобилка оснащена Bluetooth и стандартным для Sony Ericsson тех и, впрочем, последующих лет разъем. Я уже не помню, как он называется, но стандартный разъем. Телефон поддерживает темы оформления, которые закачиваются по USB. USB подключение очень простое. Например, Linux подхватывает его как маленький накопитель. Маленький, потому что встроенной памяти тут не так уж много. По-моему, около 16 мегабайт. Дисплей — это не TFT, а UBS. UBS — это как бы усовершенствованный STN. Давайте посмотрим. Платформа в этой мобилке, в принципе, та же, что в K800, в K790, A100. Платформа А100. Какая ее модификация, не помню. Мы видим... Мы плохо видим, потому что пересвет. Стандартное для Sony Ericsson меню. Чем этот телефон интересен? Во-первых, отличной слышимостью. Вот ему уже много лет, а динамик еще хорош, и передача речи тоже хорошая. Очень напакован телефон. Например, давайте посмотрим, как на нем идут трехмерные игры. Он с виду такой неказистый, но поддерживает игры. Вот давайте посмотрим Cover Ops. Вот сейчас оно загрузится, я возьму вилку другой рукой. Вот загружается. В свое время популярная игра. Давайте New Game. И зарежим. Теперь смотрим, на что способен этот бюджетный телефон. Вот. Видите, как работает 3D. Если это идет рендеринг на уровне Quake. Куда? Вот меня кто-то уже гасит тут. Это фашист. Так. В общем, вот так работает эта игра. Выходим отсюда. Yes. Давайте еще посмотрим какую-нибудь игру. Deep Abyss. Тоже она поражает просто трехмерный график. Вот Resume Game. Старт. Вот смотрим, как работает. Видите?
Даже не верится, что это бюджетный телефон, причем довольно старый. Такой графикой в Java играх не могут похвастаться многие современные телефоны. Более того, я встречал трехмерные игры, которые заточены специально под Sony Ericsson, и именно на них показывают чудеса производительности. Так, что еще можно сказать об этом телефоне? Он оснащен почтовым клиентом, связь по GPRS или Edge. Ну, об играх я уже говорил, игры любые. Действительно любые, потому что тут нет ограничений особых на размер хип для Java, то есть доступной выделяемой памяти. Есть плеер MP3, но из-за того, что телефон не поддерживает карты памяти, то MP3 плеер, ну, чисто декоративен. MP3 мелодии могут использоваться для звонка, для мелодии звонка. Также при назначении картинки контакту, картинка показывается на полный экран, что не часто встретишь и в современных, и в старых телефонах. Клавиатура довольно выпуклая, клавиши нажимаются жестко, но удобно. Сам телефон пухленький, хорошо лежит в кармане джинс. Аккумулятор держит дня 4 при активном использовании. Что бы еще такое рассказать? Очень быстро в телефоне находится будильник. Вот, если надо его найти, он очень быстро открывается. В отличие от андроида, в котором я до сих пор в моем основном телефоне, я не могу найти будильник. Может, его спрятали. Одна сим-карта. Кстати, вот та вторая игра, которую я показывал, она входит в набор предустановленных игр. Ну, раз уж мы снова вошли в игры, давайте посмотрим, как работают бродилки. Вот Adventure что-то там. Сейчас мы включим Adventure что-то там. Вот. Какое это у нас? Вот. Очень хороший этот телефон для игр. Всем советую. Как игровая приставка. Вот. Это я, кстати, прошел до уровня 9. Вот так вот идет. В игре особый стиль. Персонаж отображается с несколькими ногами. Множество ног. Вот это. Вот так идут игры. Сейчас мы сюда уйдем. На этом мы завершаем обзор. Как видите, очень мощный, очень хороший бюджетный телефон. Его еще можно найти на раскладках подержанных телефонов. Всем привет, это был Петр Семилетов с телефоном Sony Ericsson K320i. Я использую этот телефон как свой третий телефон. Второй у меня телефон тоже Sony Ericsson. А это рычат мои собаки. Шпунтик и Панк. Шпунтик, видео! Пытаюсь остановить запись.